февраль мы можем говорить о том, что, наверное, больше тысячи забрали. Скорее всего, уже даже, в общем, больше двух. Темп нарастает. Но дело в том, что, мне кажется, Минобороны само совершенно не собирается увеличивать темп, потому что они не понимают, что делать с заключенными. Поскольку у меня политических амбиций нет, поэтому боеприпасы, будьте добры, дайте. Такой образчик, пример того, как можно бессмысленно сгубить десятки тысяч человеческих жизней, не достигнув совершенно никакого военного эффекта, прорыва и изменения ситуации на фронте. Все, что сделал Пригожин, он участвовал в схеме по убийству огромного количества и украинцев, и россиян. Израсходовано запредельное количество боекомплекта, арсеналов. Почти неограниченное число. Можно набрать, вот набрал Пригожин 50 тысяч, а еще 1200 можно сорвать как с куста. И это при всем при том, что армия это пополняется, это возобновляемый ресурс. Все-таки население считает, что пусть вы лучше воюют зэки, чем их собственные мужья. Нижайшие поклоны. Я же человек абсолютно покладистый. Он готов был положить, там, словно к ногам Путина, все что угодно, убить огромное количество людей в расчете на то, что его вот в этом социальном лифте Путина на пару уровней наверх поднимут, и он хотя бы вровень окажется с Ротенбергами, Тимченко и Ковальчуками, а может быть даже станет каким-то министром. И здесь абсолютно понятно, что ему отказано, его роль это смотрящий за бандюганами в незаконно вооруженных формировании и не более того.